24-летняя Фатима работает в банке. Она вынуждена добираться до службы на общественном транспорте. И это самая трудная часть дела. Пакистанское общество очень консервативно. Женщине нужно выдержать настоящий бой, чтобы только устроиться на работу. А поездки в общественном транспорте – это каждодневное сражение. Мужчины часто говорят к обрезности, а порой и просто нагло пристают. Это ужасно неприятно. В самом деле, поездки в общественном транспорте для пакистанок – сущее наказание. Каждый раз нужно протискиваться мимо мужчин, которые норовят пристать или оскорбить. Неудивительно, что многие женщины вынуждены отказываться от работы просто потому, что это сопряжено с поездками в транспорте. И вот, чтобы облегчить их участь, власти Пенджаба решили ввести специальный маршрут только для женщин. В течение 2 месяцев экспериментальный автобус будет курсировать между 2 крупными центрами – Равалпинди и Исламабадом. Попытки ввести такие рейсы были и раньше, но все они провалились из-за нехватки средств. На этот раз власти намерены задействовать коммерческое субсидирование. Я понимаю эту правительственную инициативу с автобусами для женщин, но это не самое лучшее решение проблемы. Транспорт должен быть безопасным и для женщин, и для мужчин. Нам необходимо демократизировать общественный транспорт, чтобы предоставить людям равные социальные и экономические возможности. Местные власти надеются, что финансовая поддержка новой инициативы сделает ее успешной. Новая услуга продлится пока в качестве эксперимента до конца апреля. Ну а дальше все будет зависеть от того, как много женщин захочет воспользоваться специальным автобусом.